Добро пожаловать! Меня зовут Елизавета Косякова, и я ведущая ежедневных новостей из Варнинского офиса ИТГЛОБ. И перейдем сразу к новостям. Зебры известны своими белыми и черными полосками, но также в природе существует и другое животное, носящее полосатый окрас. Это акапи. Несмотря на свой внешний вид, акапи является единственным живым родственником современных жирафов. Акапи обитает в северо-восточной части Демократической Республики Конго в Центральной Африке. На данный вид животного чаще всего охотились из-за мяса, которое является дешевым источником белка, а также из-за необычного рисунка кожи, которое чаще всего используется для изготовления барабанов, мебели и декора. В 2013 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов объявил, что акапи находится под угрозой. Так как это неуловимые существа, а увидеть акапи очень трудно. Поэтому исследования чаще всего проводятся в изучении экскрементов, что, конечно же, является огромным пробелом в знаниях размещения вида. Также акапи сталкиваются с многочисленными угрозами в дикой природе, начиная от потери среды обитания и браконьерства и заканчивая ситуациями, в которых они оказываются жертвами вооруженных конфликтов. Помимо этого, из-за коррупции в стране, незаконного процесса лесозаготовки и добычи нефти, уничтожаются леса, в которых обитают данные животные. Поэтому Международный союз охраны природы и природных ресурсов призывает национальные учреждения, международные организации и правительство Конго к ответственности, чтобы поддерживать целостность сохранности основных районов обитания данного вида животных, а также защитить их от вооруженных конфликтов и незаконной деятельности. Это все на сегодня, но если вы хотите узнать больше, мы ждем вас на нашем сайте itglob.ru. Спасибо за просмотр!